Казанском соборе Петербурга состоялся масленичный концерт. Месопустная седмица или масленица – это особый период в подготовке к Великому посту. В это время мы уже не вкушаем мясную пищу, но ходим в гости, общаемся и приветствуем ближних. С этой целью и организован нынешний концерт. Гости, прихожане общаются, слушают хорошую музыку, располагающую к размышлениям о собственной душе. Это дает хороший духовный настрой в преддверии Великого поста. Наверное, это такое время, когда очень уместно вместе собраться, спеть хорошие песни, исполнить хорошую музыку. Но здесь, в данном случае, на нашем концерте будет исполнена классическая музыка. Арии из опер русских композиторов и романсы. Это тоже очень интересно, может быть, соответствует именно традициям Санкт-Петербурга. И если, скажем, обычно послушать хороших исполнителей, вокалистов, люди идут в наши петербургские театры, то здесь все с точностью наоборот. Исполнители из театров приходят сюда, в наш Казанский собор, для того, чтобы мы вот здесь вместе в эти дни Масленицы порадовались и послушали хорошую, действительно достойную музыку, классическую музыку, которую любят очень-очень многие петербуржцы, мы знаем, и молодежь. В концерте приняли участие выдающиеся певцы Петербурга, солисты Михайловского театра, лауреаты международных конкурсов Анна Гуслидзе, Дмитрий Даров, Ольга Сахарова. Исполнили арии из оперы «Снегурочка», клирик храма иерей Игорь Марчук спел каватину царя Бериндея. Встреча получилась теплой и радостной. Масленичные концерты в Казанском соборе проходят уже несколько лет. Такие встречи очень любят петербуржцы. Традиционно в каждом храме северной столицы проходят масленичные концерты, блинные конкурсы и, конечно, широкая масленица в прощенное воскресенье.